Экологический десант высадится в нескольких районах города. По 5 адресам он будет собирать опасные отходы. Временные пункты приема откроются 20 января и будут работать с 10 до 15 часов. Волонтеры будут принимать просроченные лекарства или медоборудование, металлические и стеклянные тары, батарейки, лампочки, градусники, автопокрышки, технические масла и другой опасный мусор. Все собранные отходы отсортируют. Одни подвергнут вторичной переработке, другие обезвредят и захоронят на специальных полигонах вдали от Краснодара. По информации организаторов, акция проводится ежеквартально. Обычно каждый раз в ней принимают участие до 1500 местных жителей. Добавлю, что с этого года вступили в силу поправки к закону об утилизации опасного мусора. Он призван постепенно сокращать количество вредных отходов, которые часто закапывают на полигонах вместе с обычным мусором. Это наносит урон экологии. Согласно поправкам, застройщики теперь, прежде чем сдать в дом в эксплуатацию, обязаны организовать место и установить отдельные контейнеры для сбора опасного мусора.